Коты прилетели. Ренат Сабитов прислал видеоролик с таким названием. На дереве сидят не птицы, а кот. Неплохо устроился. А телезрительница Маргарита Климова прислала фото с летающим котом. Ренат Сабитов и Маргарита Климова стали претендентами на денежное вознаграждение. Составьте им конкуренцию, присылайте нам эксклюзивное видео, фото или инфоповод. Электронный адрес нашей редакции – stv-info@bk.ru. Ежемесячно разыгрывается от 500 до 1500 рублей.